если только не будем покупать трусы, мне кажется, у нее они есть. Ня-ня-ня. Блин, ребят, сегодня у девочки муж день рождения, и она нас позвала на праздник. А мы жестко опаздываем, и нам нужно выбрать подарок. Думаю, вот в каком магазине? У нас осталось 20 минут, ребят. 20 минут, иначе будет все рядом. Ну давайте только не будем покупать и трусы, мне кажется, у нее они есть. Что можно ей подарить? Как вы думаете, ребят? Вот Ева Тимуш, такая красивая, гламурная, поющая девочка. Я вот думаю, может быть, одежду, может быть, какой-нибудь аксессуар. Не знаю, может быть, что-нибудь она что-то сейчас наденет. Не знаю, не думаю, что она сейчас прям переоденется на праздники. Просто мы едем в бадутный центр. Мне кажется, будет очень весело. Мы вообще опаздываем жестко. Вот, давайте сюда зайдем, попробуем. Блин, здесь реально очень много выбора, поэтому нужно все успеть. Я прямо при вас засеку таймер на 5 минут. Мы погнали. Мы погнали. Поехали. Нет, серьезно, надо выбрать что-то либо что-то очень прикольное, что или что-то для сцены, чтобы она могла надевать это действительно, чтобы это было ей необходимо. Банданы! Все, я знаю, что себе выбираю. Happy birthday, girl! Вот это точно ей нужно. Прям вот на праздник. И надеть ей, когда буду подарить подарок. Она даже светится! Все, Ева. Ты сегодня будешь королевой. Я тебе не штаны за слова гривен. Смотрите, здесь есть очень прикольные корзинки, чтобы было все удобно. Если вы берете много вещей, хоть что-нибудь реально необычное, что ну, нигде в России она не найдет, а уж тем более в кишу. О, смотрите, это же мини-маленькие прикольные ежедневники. Просто представьте этот звук. Красивый. Очень тамблеровский, между прочим. Я бы себе такой хотела в комнате. Не могу повесить. Шапки очень классные. Мне идет, пишите комментарии. Ставьте лайки, если вам нравится эта шапка. Растишка мне помогает. Что? Это понтяжки? У нас осталось 2 минуты, давайте ускоряться. Подарочная упаковка для колец и аксессуаров. На самом деле здесь ничего не написано, просто я придумала. Что-нибудь упаковать в эту упаковочку? Это браслеты? Слепые электронные часы. А как их включать? Ребята, у нас уже мало времени. Мне кажется, Еве понравится, и она будет их носить. Но они очень удобные, между прочим, как бы вообще не чувствуются на руке. Розовенькие есть вот такие, да? Вы посмотрите на время. Это неправильное время, на самом деле. Сейчас потрогаем. Но мне вот эти больше всех нравятся. Они такие нежные, пастельного цвета. Она откроет? Класс, вообще очень классно. Ева, у тебя есть пирсинг? Скажи мне. Кажется, вот эти тебе очень пойдут на нос. Ева, почему тебе ничего не проколото? Смотри, здесь сколько выборов. Господи, я выгляжу как городская сумасшедшая. Это как стульчик. Мини-стульчик для тебя. Обалдеть, то есть он реально... Ну, посмотрим. Допустим, я такая... О, я готовлю еду, надо поставить. Нет, серьезно, очень мило, очень классно. Мне вот эта больше нравится, она очень прикольная. Давайте ее возьмем, серьезно. Кладем. Очень милый наборчик у нас получился. Так, часы есть. Вот эта супер корона бёрздой. Есть и подставка для телефона. Мне кажется, это хороший очень подарок, очень оригинальный. Я такого никогда еще не видела. Уж тем более в России, в таких магазинах. Но Клэрс. Скорее мне упакуйте!
опаздываем. Все, сейчас надену. Снимай. Иди сюда. Коронация. Дорогая девушка, поздравляю тебя с днем рождения и вообще не знаю даже тебе что можно сказать. В общем, я тебя очень сильно люблю и желаю тебе, чтобы сегодня чтобы ты была счастлива и у тебя прекрасная семья, все у тебя прекрасно и у тебя прекрасные друзья, например, как я. Какая скромность. Это не... Давайте быстро. Покажись короне. Я прекрасна. Ну вот то вообще селит нереально. Вот это просто горло. Мне так понравился магазин Клэрс, и я была в самом главном магазине в Метрополисе. И там, во-первых, было очень много выбора. Всякие тамблеровские штучки, блокнотики, рюшечки, рюкзачки, косметика. А во-вторых, я решила провести вместе с ними конкурс специально для вас. Давно тут не было конкурсов. Но сначала хочу вам сказать, что даже не участвуя в конкурсе, вы можете получить от меня супер подарок. Это 15% скидка, при том, что если вы придете в магазин и на кассе скажете кодовую фразу. Клэрс, подарок от Арины. И все. Ну а теперь условия конкурса. Вам нужно выложить в Инстаграм фотографию самого ценного подарка, который вам когда-либо дарили. Ну и, конечно же, рассказать немножко о нем. Выкладывайте со специальным хэштегом «Подарок от Ариши Даниловой». И через рандом я выберу 3 победителей, которые получат вот такие классные призы, как вот такая мини-шапочка на осень-зиму, такую классную бандану, прямо как у меня, и вот эти маленькие мини-пусечки, сережки, буррито. А подробнее условия вы можете посмотреть у меня в Инстаграме. Вот здесь вот ссылочка. Давайте, Арина Данилова. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.